Смине прошло вечернее мероприятие «Следуй за мной» для участников Всероссийской смены лидеров ученических советов. Команды смогли презентовать свои визитки, названия и девизы, а также подготовили танцевальные номера, театральные постановки и игры для зрителей. На подготовку времени было немного, но каждая команда смогла создать яркие образы и сделать по-настоящему оригинальные номера. Теперь участники смены официально могут сказать «Лучшие с нами». Впереди у участников программы проектная деятельность, конкурсы, мастер-классы, занятия по развитию лидерских навыков и ученического самоуправления и отбор участников для Всероссийского конкурса ученических советов. В рамках смены будут созданы ученические советы, в которые войдут представители делегаций и пройдут ученические выборы.